Пешеходный мост у вокзала Брянск-2 – место проходимое. Социальному граффити на тему безопасности здесь самое место. Идею Брянского управления МЖД поддержали в областном колледже искусств. Это лучшие студенты, активисты, которые откликнулись на подобного рода акцию. И они не поднаторели. Это их пробный шар и уже такой успешный. А вот поднаторение будет в конце года, в конце курса, когда у них будет запланированная практика на подобного рода объектах. Для начала традиционный подмалевок и общий фон. Следом силуэты нарушителей. Мы намечаем фигуру. Будет еще несколько фигур, в общем, которые будут, собственно, показывать, что не надо делать на железной дороге. Изображения предупреждают. Не подходи близко к краю платформы, сними наушники. Не подлезай под вагоны, не оставляйте детей без присмотра. Наперекор непогоде творческая группа нанесла их за 2 дня. Это очень сложно, на самом деле, плюс потому что еще стена неровная. И для нас это, как сказала Яна, это первый опыт. Мы сейчас начинаем постигать нашу профессию дизайнера. Надеемся, что это будет еще продолжаться, будут еще такие же подобные мероприятия, и мы будем вот практиковаться. Конечно, первый раз волнительно что-то испортить, но мы стараемся. Всех участников акции поблагодарили и наградили. Однако говорить о ее завершении рано. Пока непроизводственный травматизм на железной дороге не искоренен, продолжается и профилактическая работа. Следующая цель – Орджоникидзе-град. Акция будет продолжаться, безусловно, до полной ликвидации непроизводственного травматизма на Брянском регионе. Отмечен незначительный рост непроизводственного травматизма. Поэтому посчитали необходимым использовать такое неординарное действие. Да? Мы привлекли детей колледжа изобразительного искусства города Брянска. Причем мы не ставили перед ними жестких технических заданий. Объект находится вблизи пешеходного моста Брянск-Кольговской станции. Активно здесь пассажиропоток, поэтому пассажиры, проходя через вот это изобразительное искусство, надеюсь, поймут, какие действия делать нельзя. Светлана Дробкова, Сергей Дюков, Алексей Рязанцев, Брянск.